На самом деле, антипиратский закон – это попытка государства вмешаться в интернет-индустрию. Это единственный сегмент экономики, который работает и приносит деньги, который развивается. Он один из, ну, таких передовых в мире. То есть российская интернет-индустрия, она развивается там такими темпами, которые даже нашим соседям в Европе и не снились. Это я вам серьезно говорю. Почему так происходит? Потому что там нет государства. Вот теперь государство свои грязные лапы пытается сюда засунуть, в интернет. Это грозит тем, что у нас просто разрушится эта индустрия, не будет развиваться, и в итоге наши производители, наши интернет там пользователи проиграют эту борьбу за конкуренцию на рынке каким-то иностранным компаниям, интернет-компаниям.